Я пришел домой, очень устал, и сижу на аппарате, который снимает усталость. Сегодня я покажу, как она работает. Сам аппарат состоит из этих трех батареек, ион-литиевых, нержавеющие электроды, две штуки, и сопротивление, примерно 2-1 кОм. Плюс и минус подключаются в разные тазы, вот, пластиковые. Потом подключается мощный трансформатор, примерно 80 вольт сварочный, вот этот. И она замыкается под водой. Воду используем чистую, желательно ледяную. Вернее, талая вода. Нагреваем с помощью кипятильника. Примерно через 30 минут усталость уходит.